Здравствуйте, уважаемые студенты. Разрешите представиться. Меня зовут Мустафа Эрканат Сидкамалович. Я представляю Казахский университет технологий и бизнеса, являюсь ассоциированным профессором кафедры менеджмента и туризма. Сегодня я с вами вам прочитаю лекцию по дисциплине география международного туризма. Тема сегодняшней нашей лекции называется «Место международного туризма в международном географическом разделении труда». Отдых – это процесс восстановления умственной и физической работоспособности, протекающий в условиях прекращения деятельности, вызвавшей утомление. Различают следующие виды отдыха. Это пассивный отдых, предусматривает прекращение предшествовавшей деятельности и полный физический покой организма. И, конечно же, это активный отдых, это переключение активности организма на иной вид деятельности. Остановимся на понятии туризма. Туризм происходит от французского слова «туризм», от «тур», «прогулка», «поездка». Путешествие – это путешествие, поездка, поход, свободное время. Или по-другому, туризм – это удовлетворение рекреационных потребностей, так как сочетает различные виды рекреационной деятельности, оздоровление, познание, восстановление производительных сил человека. Есть другое определение туризма – это составная часть здравоохранения, физической культуры, средства духовного, культурного и социального развития личности. Международный туризм охватывает поездки путешествующих лиц с туристскими целями за пределы страны постоянного места жительства. Можно выделить следующие особенности. Это оформление выездных документов. Второе. Ограничение на обмен валюты. Обложение туристов налогами, сборами, пошлинами при выезде и въезде. И, конечно, медицинский осмотр, оказание медицинской помощи туристам. Что означает туристический бум? Это тяга к путешествиям, познание нового, совершенствование транспорта, внутриконтинентальный, межконтинентальный, кругосветный на 20-30 дней. Это означает повышение благосостояния, повышение культурного уровня, урбанизационные процессы. В туристской индустрии есть понятие индустрия гостеприимства. Что это означает? Это сеть, это туристические фирмы, информационные и рекламные службы, предприятия общественного питания, количество развлекательных комплексов, предприятия по производству сувениров, это гостиницы, кемпинги и мотели. Все эти перечисленные фирмы, компании представляют целосовокупности индустрию гостеприимства. По целям туризм бывает оздоровительный или по-другому это рекреационный. Он делится на три – бальнеологический, горный и пляжно-курортный. Деловой или конгрессный, или по-другому поощрительный, научный, когда много сопровождающих, экологический и космический. Бывает также туризм приключенческий – это путешествие спортивный, экстремальный. Также есть, бывает, этнический туризм и сельский туризм. По целям туризм бывает еще промысловый – это, конечно же, охота, рыбалка, сбор грибов и ягод. Следующий вид туризма – это культурно-познавательный, экскурсионный, как по-другому называется –
Он, конечно же, делится на маршрутный и стационарный, а в свою очередь стационарный делится на углубление и расширение. Бывает также туризм религиозный и фестивальный. Фестивальный он делится на участников и зрителей. По способу передвижения в туризме это сухопутный, он делится по передвижению автобусами, передвижению автомобилями и, конечно же, железнодорожным транспортом. Речной, морской, он в совокупности составляет круизный туризм, авиационный, бывает туризм велосипедный, пешеходный, который в совокупности составляет приключения. По характеру организации туризм делится на организованный и неорганизованный, групповой или индивидуальный. По времени туризм делится продолжительный, кратковременный. По интенсивности туристских потоков туризм бывает постоянный, сезонный. Сезонный, в свою очередь, делится на летний, межсезонный и зимний туризм. По возрасту туристов можно разделить их на детский, молодежный, туризм взрослых людей, туризм людей пенсионного возраста. По значению внутренний, по территориальному признаку и международный туризм, по масштабам охвата территории. В свою очередь, внутренний туризм делится на внутриобластной и межобластной. Соответственно, международный туризм делится на внутриконтинентальный, кругосветный и межконтинентальный. Давайте обозначим лидеров по приему туристов. Это в Европе, конечно, это Франция, Италия, Испания. В Азии лидерами по приему туристов являются Китай, Малайзия, Южная Корея, Таиланд и так далее. В Северной Америке, конечно, такими странами являются Соединенные Штаты Америки и Мексика. Приморские районы. Самыми привлекательными у нас являются Средиземноморские. Это Европа, Азия, Африка. Калифорния, Флорида, мексиканское побережье, юг бразильского побережья, это, конечно, Рио-де-Жанейро, на Ближнем Востоке это Красное море, и, конечно же, особенно выделяется у нас Таиланд. Горнолыжным туризмом у нас, конечно, для него конкурентов нет, это горы Альпы. Они, как вы знаете, расположены в Австрии и Швейцарии. То есть. Морской круизный туризм у нас сильно развит. Это Средиземноморье, Океания и Карибский бассейн. Чем они привлекательны? Прекрасные у них условия для путешествия. Путешествия на комфортабельных лайнерах, отдых на пляжах, экскурсионно-познавательный туризм. Города Европы, центры религиозного паломничества, это для мусульман хадж, Саудовская Аравия, Мекка и Медина, и, конечно, буддисты. Северные страны привлекают Дед Мороз и Санта-Клаус. Норвегия, допустим, предлагает осмотр мастерских, Швеция – это ледовые дворцы, Финляндия – это кафе на снегу, Гренландия – встреча с Дедом Морозом и Санта-Клаусом. Давайте я вам расскажу об основных направлениях международного туризма. Конечно, Северная и Средняя Европа привлекают Соединенные Штаты Америки. В Канаде очень сильно привлекают Соединенные Штаты Америки и Латинская Америка. Благодарю за внимание. До скорых встреч, друзья.